Дорогие друзья, дорогие члены еврейской общины, многоуважаемые ветераны, которые прошли через это непростое время, у меня есть такая возможность в преддверии 4 июля, трагического, тяжелейшего дня для Латвии и для всей еврейской общины, которая практически вся была уничтожена, сказать пару слов. Сегодня такое время, когда многое надо говорить удаленно, трудно собраться вместе, но тем не менее. 4 июля, это уже было, к сожалению, не начало уничтожения евреев в Латвии, но это был очень такой трагически значимый день, после которого стало понятно, что ждет нашу общину. И впереди было гетто сентябрьское, Бикерники, уничтожение евреев Румбулы. И, к сожалению, еврейская община Латвии до сих пор не восстановилась. И, к сожалению, некоторые вопросы до сих пор не решены. Например, вопрос реституции. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится. Хочу сказать слова благодарности международным еврейским организациям и латвийскому государству за ту помощь, которая оказывается для того, чтобы пережившие Холокост люди этот непростой возраст свой доживали в определенном комфорте, в поддержке и от общины, и от международных еврейских организаций. И мы как община все делаем для того, чтобы им было легче пройти эти годы. А латвийское государство много делает, чтобы в школе преподавали уроки Холокоста, чтобы мы помнили, не забывали. Что хочу сказать, мне кажется, это очень важно поблагодарить праведников, поблагодарить тех, кто нас спасал, рискуя жизнью своей, жизнью своей семьи, проявлял мужество, героизм и смелость, чтобы спасать нас. И всегда мы это помним, всегда низко преклоняем перед ними колено. И впереди у нас дополнительные имена, которые господин Маргер Абрамович, спасибо ему, Вестерман, нашел. И мы в каком-то близком будущем эти имена наших спасителей тоже напишем на памятнике спасителям, который находится у сгоревшей, сожженной вместе с людьми синагоги на Гоголя. Очень важно, конечно, изучать историю, протоколировать, записывать, создавать документарно все архивы того, как это происходило. Но, тем не менее, живое общение с этими людьми, которые все пережил, и возможность им помогать – это для нас очень важно. И мы, как община, все должны делать для того, чтобы это событие никогда не было забыто, потому что наша память и есть та наша сила, которая позволяет нам не допускать этого в будущем и делать все возможное для того, чтобы облегчить жизнь этих людей и делать все возможное, чтобы наши ученики и вся еврейская община знали, понимали и помнили. Спасибо тем, кто нас спасал, память им и уважение. И идем вперед, преодолевая все те вещи, которые мы должны пройти. И мир, как говорится, нашему дому, мир стране Латвии и успехов и благополучия нашей общине. Спасибо.